Ну, во-первых, надо сказать, что я сам по себе историк до мозга и костей, и с детства ничего другого, кроме истории, я себе не видел и не представлял. Поэтому я и закончил исторический факультет педагогического института нашего, как историк. Ну, просто закончил это уже как раз с начала 90-х годов, 90-й год, когда уже все стало рушиться, и старая система, и заниматься этим было практически невозможно. Поэтому долгие годы занимался всякой деятельностью с точки зрения заработка, как бы прокорма, физиологического поддержания себя и семьи. Ну, такое А время все было, да. свободное время, да, и все свободное время, и зарабатывая какие-то деньги, я как раз тратил на то, чтобы заниматься историей. Вот, возвращаясь к тому вопросу, который мне задали по поводу многопартийности, это была изначально моя тема, кандидатская, затем докторская диссертация. Это, по сути дела, четверть века тому назад. Я начал этим делом заниматься с 1994 года. И в 2000 году защитил кандидатскую диссертацию, потому что тема появилась новая, она довольно интересная, и мы это воспринимали как первоначальный этап историографии, что пока есть источники, пока есть живые свидетели, все это дело зафиксировать и сделать. Ну а дальше уже там, как, у кого какое желание будет заниматься, и будет заниматься. А затем все это трансформировалось уже в написание докторской диссертации. Я объездил практически все архивы Сибири, не просто там, Западной Сибири. Это Омск, Томск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Иркутск, Улан-Удэ, Чита. Это Какое 3000 стремление километров. прям к науке. Да, то есть это куча библиотек, куча архивов. А защищался я в Москве, докторскую диссертацию, 2009 год. Уже это, наверное, самый такой был авторитетный совет по защите диссертации при бывшем, так сказать, ООН при ЦК КПСС, откуда, собственно говоря, отечественная историческая наука и пошла после войны, когда там все это было. И заведовали этой кафедрой все те люди, которыми, вот по книгам которых мы учились в институте, там и Нечкина, и Александров, очень много как бы людей, которые занимались, как бы я сам даже не знал. У меня был очень такой высокопрофессиональный научный руководитель, ну, консультант Чернобаев Анатолий Александрович, и Ну, представитель очень много совета. зависит от научного руководителя, как он Ну, поведет, как он вас настроит. я очень благодарен судьбе, что у меня так вот получилось попасть именно туда. Это текст моего учителя, который здесь в Новосибирске. Он сам защищался в Москве и сказал в свое время: «Витенька, ну что мы тут с тобой будем в провинции? Поехали в Москву, как бы я тебя познакомлю с своими Ох, как друзьями». широкий Да. жест. И он привез меня и говорит: «Вот там, по-своему, возьми, пожалуйста». И меня там в Москве 5 лет строгали. Потому что я приехал, у меня уже был готовый текст, была монография, и на первом собеседовании мне объяснили, что, ну, конечно, есть, конечно, дурни, но уж такого, как здесь, это страшное дело. Я очень сильно расстроился и испугался, что мне мой консультант сказал: «Да ты что, это все нормально, ты нормально. Да, ты как хотел? Ты приехал там Да. откуда-то, тебе тут сказали, ты тут такой. Вот А сейчас тебе тут с морды кирпичом, да? настучали об стол». Готовый. Да. Морды об стол настучали, и, значит, через год где-то я приехал, он мне говорит: «Тут смотри, какой настырный-то. Приехал, молодец, давай будем заниматься». Ну и там много еще всякого такого было, и три было предзащиты. У меня тема была, конечно, уже общественно-политическая жизнь Сибири, это годы перестройки до 96 года, как бы Уже этап шире такой. стало, Ну, да? где-то. Да, шире. Ну и география, и даты все, это периодизация очень большая, и очень сильный состав совета, там Валентин Фалин, профессор, это член политбюро ЦК КПСС был, как бы, и люди, которые работали в аппарате ЦК, у меня там вообще был, там же у меня одна из глав, это крушение КПСС, и я там объясняю что-то, и мне там на предзащите, он говорит: «Вы тут заблуждаетесь, молодой человек, значит, это не так, Сейчас как бы». будет
Крушение Виктора Ивановича. Да-да-да. Я говорю, как это не так? Он говорит, да я сам в аппарате ЦК КПСС работал. А я так что-то завелся. Я говорю, вот как тогда вы ничего не понимали, сейчас не понимаете. Ох, как так, вас понесло, батенька. Да, не говори. Ну, а потом, когда началась предзащита, он говорит, мне понравилась работа, и отстаивает свою точку зрения, то есть как бы так, ну, то есть положительно как бы. Ну, видите, это же там не было таких личных оскорблений, это такие научные были прения. Конечно. Может быть, конечно. Как раз эта позиция, может быть, как раз и показала, что и в теме, и отстаивает свою позицию. Ну и вот после защиты, потому что там очень было много связано как раз с организацией политического процесса, с технологиями, с выборными делами. А где-то, уже потом пусть, где-то в начале там, 10-х годов, мне вдруг пришла в голову такая идея, очень интересная. Мы так с коллегами сидели в бане. У меня на даче на крыльце обычно мы там 2-3 доктора наук, мы сидим, обсуждаем мировые проблемы. Ну, целый ученый совет. Некоторые решаем тут же на месте, как бы, в перерывах между парилками. И тогда, вот, если помните, в начале, там, где-то 2000-е годы пошла такая тема, это вот технология оранжевых революций. Да-да-да. Много всего другого. А нас же как воспитывали, что любая революция, значит, там это вот объективные предпосылки, субъективные, верхи, низы и так далее. Движущие силы. А тут вроде как бы говорит, что... Да-да-да-да. А тут вроде как бы без всяких предпосылок можно там революцию что-то там сделать. Ну и дискуссии, что... И мне так что-то пришла в голову такая идея попытаться совместить вот эти вот подходы на каком-то конкретном примере и выйти на тему вот как раз... Российская революция 17-го года начала. Я где-то с 2014 года начал смотреть на эти процессы с точки зрения другой методологической базы, так скажем. И когда я начал заниматься, у меня вот вышла такая тема, вернее, такой персонаж появился, как Александр Иванович Гучков, о котором я не так много знал до этого. А тут мне просто, ну, вот, начитывая материалы, где-то, наверное, около сотни прочитал воспоминаний, мемуаров того времени, и практически все про него говорят, и такое, знаете, полярное было мнение. Одни его сильно хвалили, другие вообще просто ненавидели как в этом плане. И стало очень интересно, и мой консультант говорит, что так, Витенька, ну что ты там, революция, это уже, что ты там можешь найти? Уже 100 лет пишут, и все по дням, по частям все знают. Все расписано. Да, ну что ты там уже, вот ты там типа сделай брошюрку по Гучкову, если тебе делать нечего. Ну, я увлекся этой фигурой, начал заниматься, объездил кучу архивов, опять-таки, значит. И в 2015 году я сделал первую книгу Александр Иванович Гучков и, значит, Великая Русская революция. Значит, 15-й год. И там я в том числе начал закладывать такую идею, что рассматривать с точки зрения вот, организационно-управленческие аспекты в революции. То есть это не отменяет, что революция должна быть, иметь какие-то предпосылки. Знали, что это субъективный фактор, это народные массы большие, но я думаю, что это все-таки конкретные люди и конкретные носители. Вот выпустив эту книгу, значит, у нас там начались очень большие дискуссии. В чем проблема, вот, например, в российской исторической науке? Конечно, у нас такую мазу как бы, да, держат, как это, наверное, в любой стране, это столичные историки. У нас два таких центра, это Москва и Санкт-Петербург, потому что в Санкт-Петербурге всегда была очень серьезная такая научная школа по изучению революции. Ленинградская школа, так называемая. И вот я с ними там, с некоторыми познакомился, и они мне тоже там объясняли, что, ну, давай, это провинция, Сибирь, что-то может быть. Все у нас здесь вот в столицах. Он деловой. Это нормально, кстати. Даже когда первую книгу привез, там мне сказали, ну, в принципе, вот здесь вот нормально, а здесь, конечно, это все. Вот, и, ну, кроме такого азарта, злости, это ничего не побрело, не
прибавляет, что дальше заниматься, как бы, доказывать и объяснять. А проблема заключается в чем? Что вот эти вот все сложнейшие процессы, на мой взгляд, изучаются на примерах столицы, вырабатывается какой-то такой трафарет, да, шаблон, а потом он накладывается на всю страну. И у меня в течение времени как бы дискуссии пошли в том плане, что я говорю, это не совсем все это правильно, все это так, потому что в провинции, особенно в далекой, многие процессы шли совершенно по-другому. Ну, может быть, не совершенно по-другому, но имели очень серьезную специфику и особенности. Конечно, трафарет на каждый регион не наложишь, наверное. Естественно, особенно такие большие субъекты, как Сибирь, например. Угу. Тем более, что с точки зрения... У нас до сих пор нету научно выработанной концепции гражданской войны в Сибири. Вот так. Угу. А вот в целом, как бы, понимание... Во многом это связано было. Ну, в советский период времени это не очень приветствовалось изучать. А с точки зрения миграции, что основные все такие носители информационные, они все оказались на юге. На юге, в Крыму. Да, то есть расписывали про Врангеля, про Деникина. А вот Восток, он остался как бы на периферии, хотя это не совсем все правильно, потому что очень многие процессы, например, добровольческая армия там Корнилова, Алексеева, они к осени составляли численность 30-35 тысяч человек, да, армия. А в Сибири после переворота в мае там, 25-го года уже к осени набрало под 60 тысяч, а уже чуть позже уже 150 тысяч. То есть абсолютно несопоставимые такие вещи, как бы. Да. Но это, тем не менее, как бы, периферия мифология осталась. Понимаете, как бы и у российских историков есть, вот, и особенно у обывателей, что вот была революция 17-го года, а потом сразу раз и Колчак. Хотя Колчак это ноябрь 18-го года, целый год фактически он пропадал. А на мой взгляд, это один из самых интересных таких периодов временных, когда очень много там чего складывалось. И где нету, например, четкого понимания ответа, а кто все-таки с кем воевал-то, так вот разобраться-то. У нас все принято, что белые и красные, но на самом деле процессы-то были гораздо более глубокие и сложные, чем в этом плане. И вот эти дискуссии с столичными, питерскими коллегами, они меня привели к тому, что надо заниматься и Сибирью. И я несколько лет назад решил как раз заняться этим вопросом, потому что вот у меня эти все темы, они логически все связаны. Многопартийность, политические процессы современности, потом эти же подходы перекладываем с точки зрения исторической перспективы на 100 лет назад. Сначала посмотрел центр Гучков, потому что крайне любопытная фигура. Вот в прошлом году я выписал вторую книгу о его участии в государственном перевороте в Болгарии 23-го года, спасали там остатки Белой армии Врангеля. И так довольно удачно у меня получилось, потому что эту книгу в Болгарии перевели на болгарский язык, ее издали на болгарском языке. И даже учебник истории Болгарии 10-го класса в гимназии, там целая глава со ссылками на мою работу там оказались. Для меня это, конечно, был такой очень почетно. Очень почетно, да. Да, конечно, это, потому что, как говорится, в своем отечестве пророков нету. Вот, нет, нет. В Болгарии есть. Очень много друзей в Болгарии, чему я очень рад, они постоянно приглашают на конференции здесь. И вот после Гучкова центральная такая фигура, там лидер партии «Союз 17 октября». Вот пытаться те же самые подходы применить в истории Сибири, это 17-18 годы. И я несколько лет начал на поработать. И в какой-то период времени у меня пришло такое понимание, что понять до конца, что происходило в Сибири, вот этот серьезный такой процесс противостояния, невозможно без такого явления, как лошарда. Так. Очень такое серьезное и важное. Почему? Потому что с точки зрения, так скажем, казахской географии, с точки зрения там современных политических границ, административных или источников, но на самом деле процессы-то были единые,
потому что страна все-таки как государство была единая, и процессы были единые, и рассматривать это один друг от друга невозможно. Чем это еще интересно, потому что Россия и в Сибири, они во многом принципиально отличались. И здесь, например, те процессы, которые были в Сибири, ну, раз Алаш, это националистика, смотреть с точки зрения истории, биография самого человека, как я, например, работал с Гучковым, начитывая материал, мне показалось, и более того, я просто убежден, что фигура крайне любопытная, интересная, очень важная, действительно, это был выдающийся такой политик, и поэтому я решил вот сейчас сделать некую книгу для, по биографии Аликана Букиханова, тем более, что, понимаете, как бы я с удивлением осознал, что в России нет ни одной книги по биографии, хотя он не только казахский политик, он, могу вполне откровенно сказать, еще и российский политик, хотя бы потому, что был Дума, первый Государственная Дума, Российская империя, то есть он, ну и там много еще всяких таких эпизодов. Вот, собственно говоря, как я вышел на Букиханова и почему я решил этим делом позаниматься. И сейчас все свое последнее время я занимаюсь только, как раз этим, знаете, так за 25 лет от многопартийности в Сибири к Букиханову. Нет, я понял вашу логику, да, очень интересно получается. И действительно, вы через Гучкова вышли на таких лидеров, национальных лидеров окраин, скажем так, в том числе и Казахстана. Действительно, Алихан Букиханов для истории Казахстана начала 20 века – это такая ключевая знаковая фигура. Вы, наверное, в этом тоже убедились. И, к сожалению, несмотря на эту знаковость, действительно хороших исследований немного. Вот. Стоит отметить, наверное, вклад отечественного историка, ученого Султанхана Аккулова. Я так думаю, что вы с ним встречались и наверняка обсуждали аспекты деятельности Алихана Букиханова. Да, безусловно, я только поправлю, уважаемый Арман, он даже сам себя историком не называет, он говорит, что он филолог, поэтому небольшая такая поправка. И это на самом деле несколько удивительно, потому что главный алихановед, да, несмотря на такую знаковую фигуру Алихана Букиханова, монополию, по сути дела, и главенство держит именно вот Султанхан. И я должен сказать, что, ну, я действительно, перед тем, что он сделал за эти, ну, по сути, 30 лет, я снимаю действительно шляпу, он очень много сделал, большую работу провел, и вот, будучи там в Казахстане, подарил мне 15-томник собрание. Это шикарный подарок. Да, 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 да. Ну, я должен сказать, что когда я был в Казахстане, мне очень много сделали подарков ваши историки, ну и наши, мои коллеги, наверное. Я очень благодарен за такой теплый прием, за даже удивительно в них там плане такая заинтересованность. Сказал, что да, действительно, как это здорово, что вот из России там занимается нашим лидером. Это очень правильно. Для меня это было неожиданно и очень приятно, я очень благодарен. Проблема-то в чем заключается, что практически нет обмена научной литературы, и то, что издается, например, в Казахстане, это до России не доходит. И вот только за последнюю поездку я, наверное, получил где-то порядка 40 томов. Это сборники документов, это монографии, книги. То есть это очень ценные такие приобретения, когда вот сейчас вот зарылся, камера просто не показывает, но у меня вся комната завалена литературой. Работа идет. Ну да, я вот стараюсь. Что касается Султанхана, да, я очень рад, что мы с ним познакомились в Алматы, встречались, ходили в чайхану, пили чай, долго общались. И на самом деле, как бы, очень много он сделал. Я сразу хочу сказать, я так ему сказал, говорю, у меня нет никаких интересов в Казахстане, да, ни политических, ни там финансовых, ни других каких. У меня есть сугубо научный интерес, вот что касается данного человека.
я себе поставил такую цель для того, чтобы дальше мне можно было заниматься историей гражданской войны в Сибири. Там у меня есть свой герой, генерал Гришин Алмаза, который сейчас в очереди у меня находится как бы, после этого. Я с благодарностью воспринимаю там, все эти дары научные как бы, в этом плане. И высоко ценю все, что сделано. Но здесь есть чисто научная такая тема, да. Если мы с чем-то не согласны, я говорю, я так и буду говорить, что, например, я вот с этим не согласен. Но это в рамках научной дискуссии это вполне нормально. И я бы хотел, чтобы это воспринимали именно так, а не так, как порой бывает в Фейсбуке, что вот тут русские полезли нашего вождя, там, нашего лидера. И вот вообще история Казахстана, должны писать только казахи, и только на казахском языке. Я с этим не согласен и не собираюсь на это реагировать. Фейсбук — это некая лакмусовая бумажка, наверное, да, в оценке влияния или воздействия как бы, научных кругов на историю Казахстана, как вы думаете? Я думаю, что это вряд ли, потому что далеко не все там. Это, ну, есть информационное продвижение, как бы, да, где можно делать какие-то замеры, там, вбросы информационные. Это, опять-таки, площадка для коммуникации. Это очень полезно. Вот я вот говорю, буквально сегодня я там ролик сбросил, мне в интернете, также в Фейсбуке написала уважаемая Дина Манжолова, и очень известный историк, большой специалист по истории Алаш. Ну, вы ее знаете хорошо. Конечно. Я вот только заочно с ней познакомился. Как бы. Я изучил ее монографии, очень ценная, очень качественная. И она мне прислала сегодня сборники, два сборника документов. То есть вот это реальная сила Фейсбука, как это все это делает. И не только как бы, даже как бы там дискуссии были, там в личку пишут и историки, и профессиональные историки, и мы там общаемся, разговариваем, кто-то сбрасывает статьи, кто-то делает там какие-то ссылки на какие-то материалы. Это очень полезно на самом деле, потому что я сразу хочу сказать, я не являюсь полноценным там историком истории Казахстана и вовсе не претендую на это. Это очень большое такое дело, хотя бы потому, что я не носитель языка, не владею как, источниками, и я вовсе не претендую на это. Меня в данной ситуации интересует с точки зрения общероссийского процесса роли участия, влияния Алихана Бөкейханова вот на эти процессы, потому что он оказывал очень серьезное влияние, и как бы я вот это вот пытаюсь отследить на очень таком фоне. Я даже, наверное, книга у меня не будет как бы особых претензий, что это такая полноценная биография его как героя, потому что это очень громадная работа академическая, чтобы сделать. Вы такую цель не ставите же? У вас другой аспект? Нет. Его вклад, его влияние. Думаю, что это будет что-то вроде такой политический портрет на фоне эпохи. С 1870 по 1937 годы, ну, годы его жизни, это громадная эпоха, громадный такой процесс был. И вот посмотреть, сейчас я ставлю перед собой три задачи, да, которые пытаюсь решить. Первое — это вот новых исторических источников, в научный оборот, которые до этого, может быть, не использовались, которые я там нашел в архивах какие-то. Второе – это обобщение, то, что было наработано коллегами в Казахстане, в России, потому что есть много публикаций, ну, в основном это статьи. И третье – это переосмысление уже известных фактов или малоизвестных фактов на некой такой иной методологической базе, основе, с новыми подходами с точки зрения каких-то общих процессов исторических, общероссийских и мировых процессов. Очень хорошо. Вот три задачи, которые буду решать. Да. Ну вот первая задача, наверное, она и мне очень интересна, да, я думаю, и нашим читателям тоже, это вот в научный оборот новых данных, архивных документов. Что вам удалось найти? Вы совершили достаточно большую работу, побывали в Омск, в архивах, поправьте, если я ошибаюсь, Омска, Томска, Оренбурга и... Самара. Самара, ага. Кстати, очень важный этап. Ну, Новосибирск, разумеется. Ну, да. Это естественно, Новосибирск. Да, да, да. Вот. И в Казахстане вы побывали в Алмате, это Центральный государственный архив, да? Да. Да. Ну, в Астане... И президентский архив.
Да, президентский архив. Ага, а в Нур-Султане не удалось, там уже по причинам карантина. Ну, там и нету в таком плане, как бы там современное. Мне еще удалось побывать фонды музея краеведческого города Павлодара, это еще в конце прошлого года, и немного поработать в Семее, вот уже в эту поездку, где меня там снабдили очень большой такой литературой, источниками, все, что там есть. Поэтому у меня в целом где-то материала сейчас около 10 архивов. Отлично. Вот. У меня еще цель расскажите, пожалуйста. В Москве и в Питере. Ну, это надо. Да. Ну, видите, сейчас вот такая ситуация с самоизоляцией, с карантином, поэтому, к сожалению, приходится, ну, тоже как бы нет хода без добра, и появилась возможность обработать те материалы, которые наработаны сейчас. Да, зато сидите в кабинете и пишите, никто не отвлекает. Ну, отвлекается, конечно, все равно. Я считаю, что очень интересные такие данные. Это Томский государственный архив, в частности, это фонды Сибирского областного съезда, где есть анкета Алихана Бакиханова, собственноручно им заполнена, из чего, как я писал уже в Фейсбуке, это подвергает сомнению год его рождения, который сейчас официально вроде как бы там утверждается, 1866, потому что в этой анкете съезд был в октябре 17 года, он собственноручно написал, что ему 48 лет. То есть там можно сейчас дискутировать, исходя из 69 или 70, я склоняюсь, что все-таки это 70-й год его рождения, но в любом случае это не 66-й год. Те аргументы, которые предъявляют там коллеги, что вот он, будучи под арестом, анкету арестанта сделал, и там написано 1866 год, тут можно ответить довольно просто, потому что там он был не свободен, он там находился под давлением, какие-то другие там все эти варианты. А вот что касается анкеты, когда он заполнял в 2017 году, он был полностью свободен, на него не было никакой давлеющей силы, и он собственноручно это все заполнил. Я, кстати, в том числе и Султан об этом сказал, и я так понимаю, что он сделал запрос, ему, наверное, даже и прислали эти документы. Но это требует серьезного переосмысления, и у меня там первая глава будет о годе рождения, и анализирую все возможные версии, но исходя из того, что и документы, которые хранятся в архивах Омска, это по училищу и в Питере, по институту, везде указан 1870 год, и здесь вот эта вот анкета сибирская, которая до этого не использовалась фактически. Один только историк упоминал, но у него была другая тема, он так рикошетом про нее вспомнил. А здесь это все, на мой взгляд, как раз доказывает, что у него иной год рождения. Это довольно важно, как бы, в случае. Это не один документ, да, который показывает его дату рождения, 1870-й? Да нет, конечно, но это вот, возьмите личное дело в Омске, оно хранится, оно есть, там четко несколько документов, которые пишут все уездные начальники в аттестатах, 1870 год, и тут ни у кого возражений это не вызывает. То есть первая дата, первый раз, когда было упомянуто, что у него 1866 год, это 1926 год, при первом аресте. То есть, представляете, он всю жизнь там практически прожил, как бы упоминаю, в 1870 год, а потом уже, когда ситуация такая была довольно сложная, там появились какие-то другие мотивы, надо было указать там другой год. Либо ему подсказали, либо он сам там принял решение, это, наверное, требует дальнейшего какого-то исследования. И в анкете арестанта потом 1937 года у него тоже там указано 1866 год. Но я еще раз говорю, он тогда был лишен свободы. И что там находясь под давлением. Аргументы, что он был такой весь, как бы, ну, не поддался бы давлению, на мой взгляд, воспринимать нельзя, потому что у карательных органов заставить человека всегда очень много. И это не только физические меры, но это еще и, например, воздействие на семью, там, на детей. Очень много таких вопросов, когда за это нельзя ни в коем случае не осуждать там человека никак, потому что это совершенно другая тематика.
Но вот, тем не менее, как бы, те документы, которые удалось найти в Томском архиве, они, на мой взгляд, довольно важны. Это один момент. Один момент. Потом была большая дискуссия по поводу вот Самара, ссылка это или не ссылка. Я внимательно отработал документы в Омске. Это касается, так скажем, правоохранительных органов, жандармерии, охранное отделение, канцелярии губернатора. Нету там документов, которые бы говорили о том, что он был подвергнут административной высылке. Это 1908 год. И то же самое я потом посмотрел в Самаре. Там бюрократия вся эта сохранилась очень четко. Нигде там тоже нет документов о том, что он был административно ссыльным. Более того, вот уже в Оренбурге не удалось найти документ. Это фонд. Что касается его деятельности в Самаре. Да, документы в Оренбурге удалось найти. И это, он там был случаем банка, главный агент земельного банка, Донской земельный банк. Удалось найти несколько деловых писем за 13-15 годы. Это оценка там имений, там еще. То есть там, там даже, знаете, не столько важно само содержание, кому и что он там писал, и о чем он там писал. Это как раз показывает его подходы, его стиль, что работа в банке для него это была не просто как бы он там номер отбывал, тоже такое мнение есть. Это очень серьезный банк был. Он как в качестве дочернего банка входил в очень крупнейшую Российской империи финансовую, такую банковскую сферу. Очень на первом месте он там находился к 17-му году. Большие финансовые обороты. И в то же самое время там довольно серьезное влияние имели лидеры, некоторые из лидеров кадетской партии, с которыми контактировал и очень был активным членом сам Алихан Бокиханов. И вся эта вот его политическая деятельность, она во многом связана именно с деятельностью на кадетской партии. Ну, как, вот каким образом общественный деятель становится банковским служащим? Вполне это, тут даже вопросов нет особых. Во-первых, у него очень хорошее было образование. Он закончил лесной институт Санкт-Петербурга, это одно из самых первоклассных учебных заведений, он получил хорошую специальность, а банк, вот этот земельный банк, он занимался как раз тем, что, ну, это в каком-то смысле, говоря современным языком, такая земельная ипотека, то есть он занимался выкупом, дворяне закладывали свои имения, то есть оценка земельных отношений. То есть он фактически работал по специальности. Да, то тут есть, были нужны его знания, которые он приобрел в этом. Его знания, которым он воспользовался, ему помогли устроиться на эту работу. И он там активно работал, ну, как бы долгое такое время, ну, по сути дела, там, до революции, там, по разным данным, там, 15-й год, 16-й, 17-й, ну, это уже не суть, важно. Ну, и при этом не рядовым сотрудником, да, я так понимаю? Да нет, у него там прям на официальном бланке там написано «Главный агент банка». То есть он там самостоятельно принимал решения, то есть у него был свой банк, свой бланк, вернее. Ну, там даже по данным охранного отделения, в 15 году за ним там в связи с приездом Керенского устроили слежку. Он там проходил под кличкой Осман и описывает внешний вид. Ну, у него такой был хороший, как сейчас говорят, прикид. Там шапка, воротник, пальто. И жил-то он нигде попало там. Он жил на самой такой центральной улице, Казанская улица. Это элитный район фактически. Там домик двухэтажный, он сохранился. Он и часто смотрится шикарно, там, недалеко от Волги. Я когда в Самаре работал, везде это прошелся, по всем этим местам, чтобы почувствовать дух там, времени, время. Рядышком стоит здание, где был сам банк, то есть он, ну, как говорится, на работу мог в тапочках ходить. Прямо рядом, да? Да, совершенно рядом. На этой же улице находился дом генерал-губернатора. То есть это действительно был элитный, престижный район. Да, конечно, да, недалеко. Там банки находились. Это... Но это не место для таких сцельных, как бы, таких деятелей. А в самом банке, в главном, там имели серьезные акции лидеры кадетской партии, в частности, Набоков. У него был серьезный пакет.
Это один из издателей газеты «Речь», это главная была газета кадетов. И вот по этой линии, скорее всего, он там и служил, и работал. И, судя по всему, что он там много лет отработал, он справлялся довольно неплохо. То есть, ну, видимо. Профессиональный деятель, да. И, ну, как бы претензий к нему в этом смысле нет. И вот то, что я нашел эти документы, оно как раз подтверждает именно его такую профессиональную подготовленность, его там данные. Что такое работа в банке? Это ведь на самом деле дает очень много. Это ведь знание и понимание финансов. В любом случае, они должны работать с органами власти. То есть это понимание, значит, системы управления, кому обратиться, куда. Это знание законодательства, правовых каких-то основ, земельные отношения. Это управленческие качества. Я почему так все это подробно говорю? Потому что, когда меня заинтересовала именно ваша орда, вот один из самых главных вопросов, да, который у меня возник. А почему это так все произошло? Ведь в Российской империи, там, ну, допустим, за Уралом, ну, проживало, ну, и сейчас проживает там, да, более там 100 народов, там, наций, народностей. А вот в 17-м году, в 17-17 создать свою органу там, управления, автономия удалось совсем немногим народам. И в том числе это казахи. Это ведь о чем-то говорит, да? Сразу возникает вопрос, а почему так получилось? Почему вот им удалось это сделать, да, а другим нет? А другим нет, это очень конечно. Важный вопрос, на самом деле, понимание. И я начинаю, как бы, вот здесь вести расследование, как следователь, да, а кто тут сопричастен, кто в этом виноват, да, один из самых главных виновников в этом, ну, в кавычках, виновников, Алихан Бөкейханов. Герой. И для этого надо понять всю его предыдущую биографию, весь его личностный ресурс, весь тот багаж знаний, умений, навыков, с которыми он подошел вот к 17-му году. Бэкграунд. Поэтому биографию надо изучать. Да. Несомненно. Отлично. Вот, вот именно поэтому я почему так подробно и говорю, что как раз вот к осени 17-го года он-то вышел уже очень подготовленным человеком. И рядом с другими коллегами, которые там казахские были, рядом с ним, им это и способствовало все этому делу. Здесь очень важно, как бы, понимание для меня взаимодействия с Сибирью. Оно тоже было непростым, вернее, не так все это просто, потому что с 95-го года, там, ну, либо в конце 94-го года он вернулся в Омск. Вскоре он там вступил в западносибирский отдел, его избрали там действительно членом императорского российского географического общества. А что это такое? Это ведь была очень интересная, любопытная организация. И там были такие деятели, как Ядринцев, Потанин. Они потом дружили, хотя Потанин был гораздо старше, но тем не менее он в своих работах называет его своим другом Бөкейханова. А кто это? Это сибирские областники, которые долгие годы прорабатывали идею сибирской автономии. Потому что здесь вот тоже некоторые коллеги в Казахстане такую линию борьбы, да, поставляют, что вот Казахстан и вот Россия, да, казахи, есть русские, там, как бы, граница. Не буду там ничего комментировать по этому поводу. Я, естественно, с этим не согласен, потому что граница проходила, на мой взгляд, совершенно в другом месте. Вот есть метрополия, а есть провинция. Ну вот, 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 ага. Да, что свои границы современно хотят, да, что Сибирь, и здесь отношения, как бы, взаимодействие было очень сильно много похожестей. Вот, например, там тоже, что вот Алихан там боролся за казахов, за землю против переселенцев. Вы понимаете, нельзя смотреть эти процессы в отрыве. Да, действительно, была такая проблема во время Столыпинской реформы, когда приезжали переселенцы, и были столкновения и противоречия с местным населением. Но те же самые процессы, они были и в Сибири. Совершенно рядышком. Когда были переселенцы, их, кстати, называли навозные. Когда ВОЗ там приезжали, их называли навозные. И были старожилы. Это были очень серьезные такие конфликты, которые потом вылились и в конфликты в период гражданской войны между этими категориями. То есть на самом деле, как бы, вот эти вот процессы противостояния, такие земельные, они проходили больше не по национальному признаку, да, а территориальному, провинциальному. Ну вот есть Центральная Россия, есть там Петербург, да,
есть какая-то там Сибирь, там, причем степь, да. Ой, ага. Там где-то там. Где-то куда-то. Там, да. Интересно. Да, где-то там. И поэтому вот географическое общество, там, значит, Букиханов, кто такие областники, где они там говорят об автономии Сибири, об университете и прочее, да? Вот они друг друга как бы занимались там, впитывали друг друга, да? Они понимали друг друга, потому что у них были какие-то вот общие проблемы, абсолютно, да? Конечно, да. Потому что это все было схоже, как понимание. И я думаю, что вот как раз в этот период времени вот очень сильно как бы напитался этими идеями. Uh-huh. И неспроста, когда там 17-й год, Общесибирский съезд, там в анкете был такой вопрос, сколько лет проживаете в Сибири? Вернее, сколько вам лет? Он пишет, 48. Сколько лет из них проживаете в Сибири? Он пишет, 38. Понимаете? Uh-huh. То есть он как бы самопозиционирование, он воспринимал себя как сибиряк. В этом отношении. Как бы, позиционировал. Да, себе позиционировал. Uh-huh. Я сразу хочу от себя отвести всяческое обвинение, потому что это не мои слова. Это сам Алихан написал. Поэтому, если что, претензии непосредственно к нему, а не ко мне. Я лишь транслирую все это дело. И на съезде он... Вот на самом деле, как бы, всем надо читать стенограмму полностью. Не воровать какие-то моменты, которые касаются непосредственно казахов, да, или земельных отношений, что там выступил с такой речью, там один абзац. А надо читать полностью стенограмму, и там он очень хорошо говорит. Мы уже тут решаем, говорит, вопросы какие, общесибирские, да, там еще какие-то. То есть он не сильно отделял. А это говорит о том, что он как раз сам чувствовал эту схожесть. Uh-huh. Вот, сложность этих проблем, вопросов, как бы, и... А мне это дает как исследователю понимание вот этих истоков, откуда это у него все происходило, да, потом дальше. Такая сопричастность к общим процессам. Uh-huh. Абсолютно, да, 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 да. Хорошо. И потом мы, давайте не будем забывать, конечно, что вот это вот участие его в 1905 году, общероссийские съезды земских и городских деятелей, это не просто было совещание деятелей. Вот как-то некоторые упускают этот момент. Это, по сути дела, был сбор общероссийской такой оппозиционной элиты. Mm-hmm. Не просто так, какой-то там тусовка, да, где там собрались. Это был уже 6-й съезд в течение года. За год до этого был в Париже съезд оппозиционных и революционных деятелей, где они решили совместные действия бросить вместе бить. Это было, по сути дела, создание такого единого широкого фронта борьбы с самодержавием. И они действовали. И вот в течение года, потом этот был съезд, он же не просто где-то там проходил, он проходил в квартире князей Долгоруковых. Там были князь Трубецкой, там действительно, элита была такая оппозиционная. И он оказался один из них. И не просто он там где-то там посидел, как массовка, да, часто бывает, а уже там выступал. То есть это говорит о чем? Что его, во-первых, его уже узнали, его пригласили. И он стал для них своим. Они стали для него свои. А он для... И он стал действительно, вот я там использую такой термин, буквально ворвался в эту партийно-политическую элиту. Причем не просто там, да, вот на территории степи, вообще всей общеимперской такого масштаба. Конечно, конечно. Фигура очень такая серьезная. Это уже та тактика. Или как высший уровень, наверное, да? Абсолютно. Нет, это фактически было формирование, говоря языком политологии, контрэлита. Mm-hmm. Это как раз тот самый костяк, который в марте 2017 года пришел к власти. На самом деле, как бы там, употребляет его слова, как он был в Минске, узнал о революции, в Питере он говорит, все мои друзья стали министрами, чего я здесь делаю? И он был абсолютно прав. Все его друзья там были, и поэтому неудивительно, что он стал фактически не губернатором Тургайской области, ну, там, комиссар временного правительства, ну, по полномочиям губернатор, первый губернатор мусульманин. Действительно. В этом не было никаких противоречий, потому что его все знали. Uh-huh. Ну, вот они все друзья, все товарищи, как бы. Потому что после первой русской революции, 1907 год, в партии был глубокий кризис, закрывались газеты, отделения, многие уходили от политической деятельности. Ну, такая
реакция, а он остался. Он остался, он активно действовал, его все помнили и действовали. И здесь вот как раз вот линия пытается сделать его таким революционером. Но, на мой взгляд, это не совсем так. Это больше надо рассматривать именно с точки зрения такой не революционности, а оппозиционности. Это несколько такое более мягкая такая позиция. Она больше сочетание легальных таких методов, публичных таких методов, а именно как кадетская партия. Но эта тактика оказалась абсолютно правильной, потому что именно они пришли к власти в марте 2017 года, сформировали правительство и власть. Ну, то, что они удержали, это уже другой вопрос. Но с точки зрения прихода к власти, абсолютно правильно, да. Хорошо. Ну, здесь очень интересно показать вот его роль в партии, его деятельность как политического, партийного деятеля. Ну, что касается еще источников, я должен сказать, что с большим таким удовольствием, удовлетворением я даже нашел документы. Ну, как вот, вы же тоже историк по образованию, насколько я знаю. Наверное, понимаете, что для историка есть ощущение, такие документы, которые до него никто никогда не находил. Ну, конечно, конечно. Вот, это я нашел там еще где-то. Вот так. Мы все люди, конечно, тщеславные, такие горделивые, это всегда приятно. И я с большим удовольствием могу сказать, что я такие документы нашел прямо у вас в Казахстане, в Алма-Ате, это в Центральном государственном архиве, за что, кстати, большой грант мерси руководству архива за то содействие, которое они там мне оказывали при работе. Я смотрел 74-й фонд, это фонд Наркомзема, это когда с 20-го года, уже после, так скажем, амнистии советской власти, он работал в этих органах. И там удалось найти целый ряд документов, где действительно они не были еще использованы, которые показывают его деятельность вот 20-21 год в составе этого комиссариата по земельным отношениям. Очень любопытные, кстати, в том числе документы, которые написаны лично им, подписаны им. Это очень интересно. Я, кстати, сразу об этом сказал Султан Хану, он потом прибежал в архив, и мы там вместе с ним работали. И когда я находил новый документ, говорю: «Султан, смотри, вот я нашел». Ну, я не знаю, он там, наверное, сейчас там чем-то обижается на меня, что там иногда мои выводы приходят в противоречие с его выводами, но это абсолютно напрасно, потому что у меня нет там никакого желания кого-то там обидеть или свербить, потому что, ну, это не должно влиять на какие личные отношения, потому что это, ну, сугубо научно. Ну, я нашел, показал, как бы, то, с чем я согласен, я вставляю свою книгу, делаю ссылку на него, и чего я буду спорить там, где... Если математики доказывают теоремы, да, то историки, наверное, доказывают свои теории именно фактами, доказательствами. А этими доказательствами являются что? Архивные документы. Поэтому здесь... Архивные документы, но вообще исторические источники. Видите, есть некоторое непонимание у некоторых коллег, может быть, у кого нету такого профессионального образования, считают, что, например, историческим источником является любое, все, что опубликовано, так скажем. Это не совсем так. Вот, например, у нас возникла очень большая дискуссия по этому поводу, по поводу юридического образования Алихана, где доказывают о том, что он якобы там в 90-е годы, находясь в Санкт-Петербурге, параллельно закончил еще юрфак и Санкт-Петербургского университета. Да, существует такое мнение. Да, есть такая версия. И главным доказательством является якобы вот воспоминание уважаемого профессора Ермекова, что он об этом говорит. Вот. Никаких документов, подтверждающих эту версию, их нету просто. Хотя архивные документы Санкт-Петербургского университета, они сохранились. И за 30 лет всегда можно было найти и сделать. Мне говорили, что делали запросы, не нашли этих документов, которые подтверждаются. Исходя из общеисторических процессов, я могу сказать, что у Алихана не было шанса поступить в Санкт-Петербургский университет, потому что у него не было образования, он не выпускник гимназии, он закончил училище омское, техническое, и у него был шанс единственно поступить вот в институт. То есть для выпускников училища
в соответствии с теми законами, которые были в то время, они не могли поступить в университет. Для этого надо было знать там латынь, греческий, философию и много других. А училище и институты давали такое практическое образование, ну, своего рода как бы специалитет, так скажем, это не классическое образование. Были четкие требования к поступающим в институты, да, и абсолютно, как бы, в университет. Ну, тут, вот почему там Ленин мог поступить, а вот Алиханову вы запрещаете, да, вот, боже упаси. Ленин, он закончил гимназию. Он же Ленин, да? Нет, не потому что он Ленин, потому что он закончил гимназию. Там как раз эта классика была. А Лихан закончил училище. Это совершенно другая как бы система образования. Да, она, кстати, в ряде стран мира действует до сих пор. Вот в Англии, например, там все прекрасно знают, если ты хочешь поступить в какой-то университет, в какой колледж тебе надо поступить. Если ты поступил в другой, то в этот университет ты уже никогда не поступишь. Это, здесь ничего такого нету, каких-то ограниченных вещей, как и здесь. Но самое интересное другое. Вот эти вот воспоминания Ермекова, как бы, они на казахском языке, я попросил, кстати, у султана, я ему очень благодарен, он мне сам прислал, говорит, но это на казахском языке. Я не носитель языка, и языка не знаю, поэтому я заказал перевод у профессионального переводчика, там в Павлодаре, мне помогли найти, все это сделали, мне это прислали, все, фамилия, имя, отчество, как все положено. Я все это почитал и делаю выводы, что та брошюра, которая нам была издана в 92-м году, это не является воспоминаниями Ермекова. Это воспоминания журналиста, одного из журналистов, о встрече с Ермековым в 61-м году. Uh-huh. И вот эти свои воспоминания он издал через 30 лет после этой встречи, где там вставляет слова, которые якобы принадлежали профессору Ермекову, что Ленин вот учился в университете. Но здесь сразу возникает много вопросов. Что именно сказал профессор, как это понял журналист, как у него сохранилась память через 30 лет, что там они издавали в 92-м году, когда уже исчезла всякая цензура и прочее, что все, что можно было издавать. И, на мой взгляд, это не является доказательством, никаким доказательством. Это просто воспоминание, мнение там журналиста, что он так вот понял. Тем более, что сам Ермеков, он, насколько я помню, 1891 года, он не является свидетелем тех событий. То есть он все равно откуда, от кого-то это, видимо, узнал или слышал. Мы не знаем, от кого, в какой это была интерпретация. И что ему сказали, кто это сказал, насколько это было достоверно, как он это сам понял, как он потом через 50-60 лет это передал, как это понял все журналист. Слишком много как, понимаете? И поэтому, ну, в любом случае, это да, источник личного происхождения журналиста, который сам, тем более, не является никаким участником этих событий. Ну, мы можем считать поэтому это источником, такая... да, но я все-таки думаю, что фактом подтверждающим образование это является, аттестат или диплом, да? Или там что там, приложение с оценками, да? Ну, это могут быть ведомости экзаменационные, да, либо там воспоминания преподавателя где-то. Это все, Россия очень всегда такая бюрократическая страна, это все есть. На самом деле, как бы, надо будет просто... Я просто коллегам говорю, если вы выдвигаете такой тезис, то это ваша обязанность доказывать его. Доказать, да. Это не наша обязанность это опровергать. Okay. На данный момент это не является доказанным, что ни одного документа нет, который бы что-то более-менее как бы подтверждал. Тем более, один из самых, да? Да, один из самых главных аргументов ни в одном из воспоминаний самого Алихана, ни в одной анкете он нигде не указывает о том, что он был юристом. Нигде, нету даже вот у него. Что касается анкет, он везде указывает, да, ученый-лесовод, лесной институт, а про юриста он нигде не указывает. Поэтому это тоже является как бы, таким вот доказательством, не доказательством. Но это, наверное, не самый важный эпизод жизни. Да. Да. Но, тем не менее, как бы с точки зрения биографии, если, например, я рассказываю такую точку зрения, как входит в соприкосновение там, с другой точки зрения,
опять-таки, не надо это воспринимать, что вот там пришли, там, хотят все проверить. Значит, нет, это все не так. И тем более, знаете, я вот абсолютно уверен, что у Алихана Букиханова и так много заслуг, что он вовсе не нуждается в том, чтобы ему приписывали что-то чужое или несвойственное ему, или то, что ему не принадлежало. То, что он создал, те идеи, которые он там, которые действуют до сих пор, это гораздо важнее и значимее, чем происходило. А моя задача очень скромная. Познакомить российского читателя, российских следователей с фигурой такого выдающегося исторического деятеля Казахстана, ну, кстати, и России. О вашей задаче. Как вы с ней справляетесь? Расскажите о вашей будущей книге. Что она из себя представляет? Какой у нее концепт? Что уже сделано? На какой странице вы остановились? Но, знаете, мы люди творческие, те, кто пишет, всегда такие капризные, и капризные, в первую очередь, сами перед собой. Сначала создается некая рабочая концепция, да, гипотеза, потом структура будущей книги, потом это все рвется в клочья, переписывается заново, и у меня уже четвертый вариант. И когда я закончил этот вариант, и вот заканчиваю главу, я понял, что опять надо многое что переделать. Это, наверное, процесс будет бесконечный. И недаром говорят, что книга, говорит, устаревает сразу же после ее издания. Сразу есть желание написать что-то другое. Сразу переосмысливается в каком-то плане. И здесь, ну, все то же самое. Ну, вот условно говоря, сначала ведь начитываешь все, что было наработано до тебя, как бы, ну, так положено, как бы, да, знать историографию, и что-то воспринимаешь, а потом начинаешь, ну, не то, что перепроверять, как бы, по другим источникам, видишь это несоответствие, да, и происходит изменение, как бы, у тебя. Ну, вот как вот у меня, например, произошло. Вот практически у всех там было написано, что он был в ссылке в Самаре. Ну, вот эти материалы, которые я нашел там и говорю, я могу категорически утверждать, что это не являлось ссылкой его. Это не являлось абсолютно его ссылкой. Период его нахождения в Самаре – это не ссылка. Другое дело, что он был вынужден уехать из Омска. Но опять здесь вопрос другой. В чем была такая нужда? И мне кажется, мне стало понятно, почему. Вот я буквально сегодня утром закончил эту главу, точку поставил, выпил кофе, пошел спать, как бы, и мне вот стало понятно, почему, ну, как мне кажется, что стало понятно, почему он уехал. Это была его добровольная воля, как бы, в этом отношении, потому что там, ну, в книге я об этом более подробно пишу. Ну, естественно, в книге это есть введение и заключение, да, и у меня пока это 14 глав. Вот я пятую главу уже закончил, и дальше там иду. Они все неравномерные. Сейчас я пишу рукой где-то более 200 листов у меня, а всего я где-то так условно-досрочно около 600 должно быть у меня, то есть где-то это треть книги я, наверное, заготовил. Но это сейчас вот первая такая прикидка идет, это такой костяк, рабочая версия. Сейчас это все сделаю, надо выписаться, обработать все те материалы, которые сейчас наработал. Потом, как бюрократ уже говорю, всякая бумага должна отлежаться. Потом, взять, почитать и сказать, какой дурак это все понаписал, как бы, надо все переделать. Выкинуть в топку. Все в топку, да, как Гоголь. Ну, это вполне как бы нормально, как бы. Тут первую книгу по Гучкову я сделал, да, и я вижу, там уже много что надо переделать. Уже и много там нового материала нашел. Кстати, тоже по Гучкову поехал в Нижний Новгород, нашел те материалы, которые 120 лет до меня никто их не брал. Это был очень такой волнительный момент, когда находишь там личная переписка, личные письма Александра Ивановича за его подписью. А здесь, понимаете, такой момент интересный, когда вот Алихан Букиханов, он же кадет был, и он в Омске 6-7 годы был фактически редактором газет кадетские. И у него одна из самых главных задач, он такой был боец идеологического фронта, как бы позже сказали, они громили политических противников и врагов. И вот враги справа, это были Союз 17 октября, лидером которого был Гучков Александр Иванович. Я с большим удовольствием почитал эти статьи, где он там громит Гучкова.
А у Алехана, у него, знаете, такой прекрасный русский язык литературно, там и Толстой, и Достоевский, и Салтыков-Щедрин, у него там и юмор, и сарказм такой. Ну, то есть получаешь, помимо содержания, еще громадное такое эстетическое наслаждение от языка. Сейчас вот это просто феноменальное как бы знание, как бы. Это многого стоит, все-таки вот накопленный опыт, знания, багаж. Ну, конечно. И много литературы читал, конечно. Да. Но я прям там видно, что вот он, видимо, наизусть знал, что такого Щедрина, и он там разделает хвост и в гриву моего Александра Ивановича. А я знаю эти все сюжеты, да, но с другой стороны. Знаете, как это интересно получается? Ты сначала знаешь этой стороны Бычкова, да, его мотивация, почему он совершал эти поступки, например, ну почему он там поддержал создание военно-полевых судов, да, то есть, и когда его читаешь, изучаешь, у него там стройная логика, и понятно, почему это все было. Но а кадеты были категорически против, и когда читаешь, у них тоже стройная логика, понятно, почему они против. И вот это вот борьба такая, ну, вот, когда это все стыкается, поэтому... Ну, люди-то одной эпохи, они только по-разному. Ну, кстати, а в феврале 17-го, в марте 17-го они уже были в одном лагере. И Милюков, и Милюков, и Букиханов, и Бучков. За одним столом. Ну, министры были, конечно. Тем более, что Милюков с Гучковым, они вместе учились, у них были одни учителя в Московском университете. Да и на Земском съезде в ноябре 5-го года там же делегатами были и Милюков, и Гучков был, и Букиханов слушал и Гучкова, и Милюкова. Его, кстати, когда арестовали в Омске в 6-м году, арестовали-то каких-то оснований серьезных не было. Так, на всякий случай. Потому что вот я недавно с коллегами говорил, говорю, ну, представьте, да, царь там в Питере издает манифест, а сидят в глубокой провинции, там Омск, да, чиновники, которые воспитаны были всегда на самодержавии, такой жестком таком подчинении. И вдруг тут какие-то митинги проходят, пикеты, собрания, непонятно кто там начинает что-то болтать, тут губернатора ругают. Требует его отставки, какие-то собрания. Они... Что происходит вообще? Это что за хаос? Анархия какая-то. Там будет военное положение. Ну, там и ситуация такая, да, терроризм был. Потому что в 6-м году, например, генерал-губернатора в Омске убили. Не все так просто было. Будет военное положение. И вот Талихана на всякий случай арестовывает. А предъявить ему-то фактически нечего. А местные эти чиновники, они тоже в политических-то делах не очень сильно разбирается. И они все, кто против правительства, это все революционеры. Ну и фактически, наверное, это все анархисты. Ну, как бы они представляют. И поэтому говорят, ты анархист. Он над ними хохочет, там говорит. Вы с ума посходили. Читай телеграмму, там написано «Съезд КД». Что такое КД? Никто не знает, что это за КД. Наверное, шифр какой-то, да? Давайте мы его там будем пытать, как бы. Он над ними смеется, издевается. Говорит, ну, он и так говорит. Так съезд был, там и Гучков был, ваш Гучков, который вот Черносотенцев поддерживает, там, значит, он там, Союз Москва-Кремля, типа, непонятно, тут что-то, как бы, что-то мутит тут этот дядька, как бы, в таком смысле. Ну, уровень-то подготовки довольно слабый был, на самом деле, как бы, чиновников, непонимание, и непонимание ситуации. Была надежда, что это все временно, сейчас этот манифест отменят, и все будет по-старому, по-доброму, опять будет тишина, порядок, и нечего тут болтать, понимаешь, что митинги устраивают, центр Омска, это что такое. Алехану по степи разъезжает, там на лошади какие-то митинги проводит, петиции какие-то, статьи, там статьи-то у него просто были жуткие. Да. Губернатор Ос и в гриву. Да, у него там... Это же вообще... Они его смело, пытаются найти какую-то революционность, а у него там, ну, чего, обыски устраивают, у него револьверов нету, динамита нету, да, у него главное оружие – это его мозги, его слово, так сказать, его интеллект. И даже в документах охранного отделения, вернее, жандармерии, они пишут, агитацию ведет противоправительственную, ну, корректно. То есть подъявить-то нечего. Да, очень интеллигентно. Но они удивляются, вроде как бы, ну, вражина, на самом деле, как бы, да, а что сделать, непонятно. В тюрьму посадили, а он тоже там
издевательские, требует суд, следствия и суда. Uh-huh. А что предъявить-то? Предъявить-то нечего. И не сознается, что анархист, понимаете? Хохочет. Если он не анархист. Ну, естественно, как бы, понимаете, это тоже как бы уровень подготовки. Вот особенно это вот 17-18 год, я почему говорю, что надо читать полностью вот эти стенограммы, потому что, когда я читал эту стенограмму в Томске, там тоже получаешь громадное эстетическое наслаждение, да, в каком плане. Если, например, как взять какой-то отрывочек, вырвать mm-hmm. из контекста и сказать, вот там Алихан выступил там, по поводу казахских земель. Ну, выступал, да, это действительно так. Но суть-то не только в этом. Uh-huh. Вот, представляете, собираются делегаты из всей Сибири. И он туда приезжает. Он член президиума, вот там стоят красный угол. И все, кто выступает, ведущие, они пытаются делать ссылку на Бакиханова. Как uh-huh. вот он сказал, как он там это... А он себе тоже позволяет там иногда комментировать выступления там каких-то бегат. Причем так, ну не то, что издевательски, да, а так с юмором. Ага, с сарказмом, да, ему присущим. С сарказмом, да. Ага. Который уже понятно там, что он имеет в виду, и как бы... И он там, у него много там через все это дело. И мы вот когда там с коллегами встречались, я говорю, знаете, мои дорогие друзья, сибиряки, вы, говорю, конечно, на меня не обижайтесь. Но справедливости ради я должен сказать, что вот на общем уровне, фоне Алихана, вот этого общесибирского съезда, он выглядел где-то на голову выше очень многих. Потому что это был политик общегосударственного уровня. Это были да. не регионального уровня, как в основном сибиряки собрались, угу. такие многие там местечковые, Томск, там, где-то, ну, Николаевск вообще деревня практически была, что... А он, конечно, приехал, там, у него уже за плечами Москва, Питер, Милюков, да. Гучков, там, Набоков. И, конечно, вот эта суета, мелкотня, как бы вот эта вот мелкотравчатость местных таких, она его, конечно, в чем-то и потешала, и веселила. Да, да, да. То, надо что ему казалось всем, важным, как... ему, конечно, с его... Да-да-да, он понимал, что это все мелочи какие-то. И вот я почему говорю, когда вот вырывает из контекста какое-то только одно выступление, на мой взгляд, они как раз вот... объективно занижает его уровень такой высокий, не показывает во всем такой широте и объеме этой фигуры. А это на самом деле так. Вот он смотрел, как бы я вот, с профессиональными коллегами с нашими разговаривал, они говорят, ну, наверное, это действительно так было, они соглашаются, не, ну, некоторые, что уровень-то совершенно другой был. Ну, и образование, и политический опыт. Да, несомненно. Везде там. Да. А вот это вот как бы попытка сделать его сугубо таким местным, да, политиком, на мой взгляд, это как раз, я понимаю, как бы желание возвысить, но мне кажется, что наоборот, как бы и принижает его роль, и это, наверное, не совсем правильно. Угу. Он заслужил большего и более такой объективности. И это очень правильно будет. Ну, поэтому это никого хорошо. Не хочу обидеть, я высказываю. Нет, в любом случае, ваша оценка очень важна. Как говорится, со стороны виднее, да, и всегда мы вот даже на своем портале стараемся показывать взгляд иностранных ученых на те исторические процессы, которые происходили в нашей стране. И то, что не видим мы, видят они. И здесь, наверное, все-таки ближе к истине будет, сравнивая подходы и наши, и ваши. Ну, любая монография, она не является истинной последней инстанцией, а это всего лишь навсего приглашение к разговору, к диалогу, к разговору, потому что мне, например, не совсем понятна позиция некоторых коллег, которые начинают обижаться, когда начинаешь обсуждать какие-то тезисы. Наоборот, надо радоваться, что твою работу кто-то читает, начинает ее обсуждать. Гораздо хуже, если ее никто читать не будет. И написал все. Ну, мы же, кто пишет монографии, книги, мы же все работаем в публичном пространстве. Uh-huh. Написав книгу, мы ее выпускаем и надеемся, что ее прочитают. Ну и надеяться, что вот ты сел, и все будут говорить, что ты там какой выдающийся, какой гениальный, да. Но это мечта каждого. И, наверное, внутренне мы каждый об этом знаем, что это действительно так. Какой вы скромный. Ну, так,
я очень скромно скажу, как бы так, да, с присущей скромностью. Но не всегда так бывает, и всегда надо быть готовым к критике. И конструктивная критика, деловая критика, она всегда очень полезна. Конечно, неприятна такая критика, когда твою работу не читают и говорят, ой, ну что он там может написать, да, ну даже читать не буду там все это. Это все неинтересно. А когда кто-то из профессионалов читает, говорит, ты знаешь, вот здесь вот нормально, да, вот с этим он согласен, а вот здесь ты знаешь, что ты тут набровил, как бы, я тут не, потому что есть вот такие-такие документы, и я считаю, что мне в этом смысле в научной жизни моей очень сильно повезло, потому что у меня очень много таких людей, которые говорили, вот ты знаешь, мы работаем, вот есть такой источник, ты его знаешь, ну, нельзя все хватить, мы тебе пришлем. Вот то-то-то. И ну, классно, Россия. Классно. Да. И в Болгарии, когда я приехал, и я тоже не знаю ни болгарского языка, ни болгарской истории, начал искать следы там Гучкова, и вот где-то начал знакомиться с историками, потом познакомился с самым крупным исследователем этой темы, который 30 лет, вот как Султан занимается, 30 лет он, Людмила Спасов, профессор, он старше меня, и я там так деликатно, можно ли с ним познакомиться, и там профессора Софийского университета меня с ним знакомят. Говорит, приходи, он через два часа будет в кафе. И я прихожу, он принес такой громадный баул со своей литературой. И мне говорит, и мне это все это дарит, мы с ним знакомимся. Я ему говорю, Людмил, у них там отчеств нету, в отличие от нас. Я говорю, так и так, говорю, вот у меня книга, вот я вам ее дарю, и я там вот расследую, говорю, вы знаете такой документ? Он говорит, нет, я этого не знаю, потому что нас в советские архивы не пускали. Я говорю, ну, пускали очень ограниченно. Я говорю, а вот. Ну, и мы кофе попили, расстались, и потом мне звонит, говорит, Виктор, приходи, я вот хочу тебя садить в ресторан. И мы там сидели, мы с ним там долго говорили, и у него, знаете, вот такое впечатление сложилось, что вот человек 30 лет занимался, да, чем-то, он в основном на таких болгарских источниках, каких-то доступных там все было, и вот вдруг через 30 лет там появляются еще источники, которые очень важны в понимании той темы, которой он жил там несколько десятков лет. Вот приходит человек, и у него была просто такая, ну, действительно, и радость, и удовольствие. И мне было это очень приятно, потому что мы с ним общались. Потом даже мы там такой шуточный договор подписали. Давайте сделаем схему, как это все происходило. И назовем ее схема там «Спасов-Казадой». И в книге мы так и написали. Ох ты как! И у нас такая, ну... Да, так, ну, такие дружеские отношения. Хотя, на самом деле, как бы, я говорю, вот у вас там 3 позиции, а на мой взгляд 5. И обосновал, что вот это, то есть основа это вот то, что он работал, и там дополнение. И он это принял, очень обрадовался, и потом мне было очень приятно, он сделал большое такое предисловие к моей книге, и где как раз на это указал, что вот у меня было вот это, а вот Казадой сделал то-то, то-то, и это очень правильно, как бы. Мне было очень приятно. Конечно, конечно. Когда оценивают иностранные коллеги ваши заслуги. А как у вас сложилось с казахстанскими учеными? Какая поддержка была? Вы знаете, была? Было очень приятно. Я очень благодарен как раз казахским коллегам практически везде. Алматы, Астана, Семей, Павлодар. Вот основные города, где я был. Я, конечно, очень благодарен директору института истории и этнологии, уважаемому Зейбеку Ермухановичу Кабульдинову, где там встретили ее второй, Аксакал, у нас уважаемый человек, это Аяган Бакетбай Гельманович, директор Института истории государства. Мы познакомились еще в Новосибирске, а потом я приехал когда в Алматы, меня там встретили, действительно обеспечили, как говорится, зеленую линию, познакомились с архивами, и мы там общались. Мне сказали все то же самое, что это очень важно, что нашими такими деятелями, нашими героями занимаются еще, ну, так скажем, сейчас уже иностранцами, хотя мне это тяжело говорить, да, в отношении казахстана иностранцы, но, тем не менее, с признанием этого, чем больше людей занимается этой темой, тем лучше, на самом деле, потому что появляется дискуссия, появляется какой-то диалог, обмен мнениями, и с точки зрения науки, кроме пользы, ничего нету в этом конечно, отношении. Конечно. И
да, потом и с Ильей Султаном как бы познакомили, в этом отношении мы там с ним общались, разговаривали. А так я очень благодарен вот двум директорам, когда говорили, мы будем помогать, и действительно, когда сам директор приезжает в архив, знакомит с директором главного архива, это можно только мечтать об этом, и там дальше тебе... Ну, помогает в каком плане? Mm-hmm. Ускорить процесс, да, чтобы нам неделями ждать. Конечно. Это очень важно, особенно в архивах, насколько мы вот знакомы, да. Ну, могут быть ограничения в количестве документов, да, в сроках, да. Да, приходите там. Важен. Приходите там на пятый день, мы только на пятые сутки выдаем, там еще как-то. А что такое там неделю жить, это же... История, это наука, сейчас она не для бедных людей. Это же все затраты. Это надо добраться, потом где-то жить, чем-то питаться и так далее. Конечно. Почему молодые исследователи не могут себе этого позволить? К сожалению. Потому что надо найти там, кто тебе помогает, какие-то гранты или спонсоры, чтобы поехать этим делом заниматься. Но это должно быть, конечно, увлечение. Мне это нравится. Мне нравится заниматься историей, биографией других людей. Это такой метод или подход историческим, потому что в советское время история сводилась к каким-то схемам, каким-то положениям, где не было живого человека. Я думаю, что и уверен, что это как вот и на Западе считают, что историю все равно делают люди. Делают, не отрицаем. Несомненно, да. Объективности, закономерности, безусловно. Но без людей мы в истории ничего не бывает. И в зависимости от того, как себя люди ведут, лидеры, вожди, это зависит очень многое. И поэтому вот изучать биографии, их подходы очень важно. Поэтому я еще раз хочу сказать большое спасибо коллегам, потому что, понимаете, действительно, познакомились с коллегами, мы там поговорили, обмен мнением. Меня снабдили специальной литературой, которую здесь бы, в России, я никогда бы не нашел. Да? Конечно, конечно. Я рассказал о своих подходах, со мной согласились, как бы обещали еще там поддержку в этом плане. Поехал в семей, созвонились, меня там встречают, как дорогого гостя, мне дают литературу, которую я тоже бы не нашел, меня провожают в архив. Это очень важно на самом деле. Я думаю, что для взаимного интереса. Я думаю, что те документы, которые я сейчас уже нашел, это в каком-то плане, в смысле, обогатит общее наше дело. Я, кстати, с Султаном тоже был говорил. Султан, мы, уважаемые, мы же делаем одно общее дело, мы с разных сторон заходим, поэтому тут надо спокойненько реагировать на многие вещи. Как бы, и, ну, нравится, не нравится, это дело уже такое. Как бы. Все равно мы делаем... Это очень хорошо, что в Казахстане есть, как-то еще в России стали появляться, появится еще кто-то, будет вообще прекрасно. Да, будем надеяться. Это же не наше личное дело. И не наше личное дело, да. Это же биография очень крупного политического деятеля, которого надо знать, как бы смотреть, понимать, как бы дискутировать. У нас он по революции уже 100 лет прошло, и мы никак договориться не можем в России. Я думаю, еще в ближайшем не договоримся, как бы. И когда мне тоже говорили, что-то там хочешь найти, уже по дням все расписано, а потом говорят, ну надо же, а как ты это нашел там? Что такое? Да очень много чего еще неизвестного, найденного. А самое главное, подходы другие происходят. Надо еще знать, где искать и как искать, да? Это самое главное, да. Когда мне в Оренбургском архиве коллега говорит, я приезжаю, говорю, да вот такие-то фонды. Он говорит, а зачем вам? Там, что вы там найдете? Я говорю, давай, ну, что это самое? Это как раз фонды вот банка земельного, Донского банка. А потом, когда я там нашел эти документы, он мне говорит, а как вы нашли? Здесь только, говорит, работал историк Казахстана, с России, никому даже в голову не приходило выйти на это. Вот, вот же, говорит, вам повезло. Я говорю, нет, коллега, это не везение. Это просто надо знать, где искать. У меня, значит, были очень хорошие учителя, которые научили... Это холодный расчет. Профессор Осипов Алексей Григорьевич у нас в Новосибирске, это мой руководитель по кандидатской диссертации, он мне все время говорил, где искать. Надо знать протоколы официальные там и прочее, но всегда надо искать вспомогательные документы.
где-то, потому что самая ценная информация – это именно там. Потому что все официальные документы, они уже все вылизаны, вычищены. А вот когда первичные документы там кто-то готовит, вот вся суть, она там заложена была. И такой подход мне помог найти. Вот, говорю, у него много где личные там дела Гучкова. И здесь я вот пошел и в Оренбурге по Букиханову, и в Алматы, собственно говоря. Потому что, ну, как-то странно. Человек работал в комиссариате, а этот фонд, по сути дела, не изучали. Хотя там очень много. И там указано точное название его должности и кем он там работал, и его позиция, например, там, чем занимался там в гражданской войне. Он там четко пишет. Воевал против красных и Колчака. Очень интересная позиция, знаете? Да. Довольно неожиданная. И так, и так, здесь, да? А не в обиду будет сказано, даже вот у коллег-историков, например, не у всех далеко есть понимание. Я вот читаю документы, сборник написано «Сибирское правительство Колчака». Не было такого. Никогда Колчак не возглавлял сибирское правительство. Он возглавлял уже всероссийское правительство. А сибирское правительство – это было совершенно нечто другое. Совершенно другое. Да. А ну, вот есть такое непонимание, и как бы... То есть 18-й год, все, кто воевал, это все белые. Это не были белые. Это были антибольшевистские силы, в составе которых было очень много революционеров. Которые, действительно революционеров, которые боролись с царизмом. А после захвата власти большевиками они выступили, объявили, что большевики – это новое самодержавие, и стали выступать против них. Поэтому белое движение это стало уже гораздо позже. Натрансформировалось, тоже отошли вот эти союзники, и розовые, и красные, и так далее. Ну, поэтому тут в одну кучу все нельзя решать. Очень важная роль как бы вот в Сибири и потом на территории Казахстана – это роль Чехословацкого корпуса. Да, я вот посмотрел многие их книги и могу сказать, что во многом еще есть, как бы, находится в плену советской мифологии, что, хотя источники уже открыты, и есть изданы прекрасные работы в Москве, сборники документов, которые показывают ситуацию с этим корпусом, который оказал действительно громадную роль на ситуацию, но далеко не единственную. С точки зрения сражения большевиков 18 года. О чем я буду говорить в своей следующей книге, как бы, надеюсь, как буду говорить. О, это, так у вас еще есть дальнейшие планы. Ну, я же сказал, что у меня же там главное это все-таки это история Сибири, гражданской войны, история там генерала Гришина Алмазова. И это, собственно говоря, сейчас Казахстан и Букиханов это все равно такой боковик для меня оказался. Ну, так получилось просто. Для того, чтобы, я уж повторюсь, понять историю Сибири, надо понимать историю Алаши, биографию Букиханова. Тут, видите, еще много произошло с Букихановым. Такая ситуация, что когда в прошлом году вышло все в какую-то публичную плоскость, меня прочитали мои коллеги, ученые-историки с Питера, в частности, там, профессор Николаев Андрей Борисович. Он один из организаторов международной конференции, уже многолетние теоретические чтения. И он говорит, надо срочно про Алихана Букиханова. Я говорю, что такое срочно? Он говорит, ну он же наш. Я говорю, в каком смысле наш? Ну как? А теоретические чтения это проходит под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он говорит, ну он же был депутатом Государственной Думы, и там прямо в Таврическом дворце стоит бюст. Ну, я потом пришел и говорю, пойдем, я тебе покажу, кто такой Букиханов. Мы там смотрели. И сейчас в планах, это на очередных таврических чтениях, если пойдет вот этот вирус, устроить либо круглый стол, либо дискуссию как раз по биографии Алихана Букиханова. Было бы замечательно. Это здорово. Да. С приглашением казахских историков и специалистов. И уже такие переговоры, они стали вестись как раз с Институтом истории и этнологии. По крайней мере, организаторы обратились с таким новым приглашением. Ну и в целом, как бы, действительно, мне самые большие слова благодарности казахским коллегам
за помощь, организацию. Я сразу сказал, у меня нет никаких заказчиков. Я буду писать так, как я сам думаю, с точки зрения научной объективности. Если кому-то что-то не понравится, я не буду заниматься, никогда не занимался пропагандой или там, утверждением чего-то одной стороны, другой стороны. Я пишу, как оно вижу, а дальше уже там, пусть люди сами оценивают. Mm-hmm. Я думаю, что ценность научного восприятия именно в этом. Конечно. Да. Большое вам спасибо, Виктор Иванович. Это замечательно, что вы взялись за такой труд, что вы проявили уважение к нашему национальному лидеру 20 века. Не только к вашему. Не только нашему, да. Даже ЮНЕСКО признала его как всемирное достояние, поэтому тут не надо его сводить только. Сейчас вы уже как бы более раскрыли значение личности Букиханова, его роль во всех этих процессах начала 20 века. С нетерпением ждем книги. Просим держать нас в курсе над ее работой. И если какие-то понадобятся с нашей стороны помощь, мы всегда готовы вам ее оказать. Большое спасибо вам. Я буду стараться делать, как бы, если наш вирус нас не доконает, ни до кого, то и хватит сил, терпения и желания, потому что я, конечно, так человек с юмором всегда, со смехом, с иронией, в первую очередь, самому себе отношусь, так сказать, какой-то долей сарказма, но к делу я всегда относился, отношусь очень серьезно, и написать биографию человека — это очень большая ответственность, на самом деле. Несомненно, это гораздо сложнее, чем разрабатывать какую-то тему. Вот когда я писал монографию там, по многопартийности, там десятки, сотни фамилий, и где-то можно спрятаться. Что касается вот конкретного человека, это громадная ответственность, потому что те, кто потом будет читать, они будут смотреть уже твоими глазами на человека. И здесь самое главное, как у врачей, не навредить, не исказить образ, не исказить позицию, не принести ни в каком плане вреда. И это всегда вот есть такие очень важные самоограничители, потому что когда выходишь на какие-то новые позиции, вдруг смотришь, но вот 100 лет прошло, неужели до тебя это никто не видел, да? И как-то тут всегда бывает очень сложно это все. И это и психологический стопор, и психологические это барьеры. Да. То же самое у меня было и с Гучковым. И потом, когда было очень приятно, мне позвонил внук Александра Ивановича, Иван Андреевич. Он работает сейчас такой простой еще царский банкир. Мне позвонил и благодарил, говорит, спасибо вам за книгу, тем более, что он так сильно удивился, что никто не заказывал, и ни из Москвы, ни из Питера, из Новосибирска сделал такую книгу, и когда человек говорит, что я про своего деда, это прям родной у меня внук, прямой, говорит, много что прочитал, говорит, но у вас, говорит, это самое лучшее, что вы там написали, это очень дорогого такого стоит. Высокая оценка. Да. И поэтому сейчас у меня вот примерно такой же как бы этап, когда каждую позицию надо вот смотреть. У меня же нету там задачи кого-то там разоблачить или что-то сделать. Это вообще никакой роли на самом деле не играет. Вот наши там тот, другой там историки. Главное, сам человек, как бы, как это будет восприятие. Ну, одним словом, это очень большая ответственность, очень сложно. Поэтому тут надо очень много сил. А юмор — это как самозащита от всего этого. Без этого никуда. Сложно, сложно. Ну, да. Поэтому я постараюсь приложить все силы с своей стороны, насколько у меня их хватит. Как бы. Тем более, видите, сейчас процесс самоизоляции помогает, что сидит только и работает. Насколько он продлится, не знаю. Как. Но надеемся, а потом уже тогда, если получится, и может быть, удастся еще приехать в Казахстан, как бы там все это сделать. Надеемся. Может быть, еще где-то поработать. Хотя материалов у меня более чем достаточно. Сейчас, как бы, это удивительный момент. Я опять-таки снимаю шляпу перед казахскими исследователями. И в целом, перед той политикой, которая проходит в Казахстане в отношении гуманитарных наук, я с большим удовольствием, как бы, вот, вполне искренне говорю, когда издано вот столько изданий там,
по сборнике по документу Павлашут, по сочинению Букиханова, «История Казахстана» многотомная. Ну, просто блестящая работа. У меня чувство такой белой зависти и глубокого уважения. Там, конечно, можно по содержанию спорить, да, дискутировать, но это же нормально. Гораздо хуже, когда не под нищим дискутировать, как бы ничего нет в этом плане. А здесь, ну да, давайте будем дискутировать, давайте будем говорить из базы. И я, конечно, так, как исследователь, к этому с глубоким уважением, потому что я прекрасно знаю, что такое написать монографию. Я прекрасно знаю, что такое издать сборник документов. Мы можем говорить, что там что-то где-то, но это во многом тоже от зависти. Часто ругая тех, кто сам не в состоянии что-либо сделать. Ну, это точно, да. Любой человек, который знает, у кого самого есть труды, он понимает, что это громадный труд, это серьезная ответственность, это не просто так, взял там, что-то замалевал и все. И если мы там друг друга пытаемся шеплять, это в том числе от уважения, от любви и уважения друг другу, как бы так. Ну, на самом деле так. И только личные отношения как бы воспринимают. Поэтому еще раз всем спасибо коллегам и Алматы, и коллегам из Института истории, этнологии, директору Зейбеку Ермухановичу, снимая шляпу, и архив директора Центрального государственного архива, заместителю. Там прекрасная дама такая строгая, там все это, там водила меня. Я, кстати, честно говоря, был в шоке от ваших архивов. Ну, в шоке в хорошем смысле. Позитивном. Да. Я вот все время говорил, когда у нас тоже там есть некоторые такие... А, что там? Я говорю, меньше снобизма. Езжайте. Не мешало бы поучиться еще, как у людей все это поставлено. Если я приезжаю в Павлодар, как мне говорят, такой провинциальный городок, но блестящая абсолютно библиотека, шикарнейший зал, оборудование, литература. Ну, извините меня, что тут говорить-то? Езжайте, учите, университет педагогический, отношения, куда там проректор, директор библиотеки в Павлодаре приезжает, помогает. С ректором встречались. Делайте, делайте. Только вы делайте. Все, что от нас зависит, мы будем оказывать помощь. В семье, ну, там, конечно, архив поменьше, но тем не менее, и литература и прочее. Президентский архив в Алматы — это вообще просто чудо. Чудо. Ну, я откровенно говорю, когда мне на Балтам сканировать приходит милая дама, человек мне говорит, а вот надо сделать так. Ну, а я гуманитарий, я к технике вообще не имею такое отношение. Ага. Да я сейчас вам быстренько. Раз, там, 5 минут. Все мне сканировали, на флешку сбросили. Все, езжайте. Идите работайте, не мешайте нам. Не мешайте. Да. Ну, кругом ковры, как бы, все это такое отношение. Ну, сразу видно, что все есть. Ну, и сам институт, например, история этнологии. Я, конечно, тоже был в таком культурном шоке, там, и от состояния, ковры, здания, музеи. Ну, это же просто чудо. Ну, что говорить? Поэтому в хорошем смысле я вас и поздравляю, и завидую, что вот ваша власть так внимательно к этому делу относится. Я понимаю, что, конечно, проблем много везде, как бы самых разных. И, наверное, кто-то там удивится, скажет, что там болтает, у нас там куча проблем. Да все это так. Где эта проблема нет, но я говорю только о том, что я вижу. Я могу сравнивать. Уж поверьте, я побывал, наверное, в архивах 3 государств. Да, вам есть с чем сравнивать. И, конечно, да, большое спасибо за эту высокую оценку, которую вы дали. Больше 20 архивов я побывал, знаю, где и как принимается, встречают, и что надо сделать, чтобы пробиться. Поэтому. Так что дальнейших вам успехов, процветания. Спасибо. Спасибо. Государству и народу, как бы, всем моим друзьям и коллегам.